История ГИМС непроста. Эта служба меняла название и входила в состав разных министерств и ведомств. Но суть оставалась неизменной. Основная задача инспекторов – надзор за маломерными судами и базами их стоянок, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах. Основная работа начинается с подготовки пляжных территорий, производится техническое освидетельствование пляжей. Когда все пляжи допущены, начинается профилактическая работа с детскими здравницами, с населением. 18 инспекторов районных подразделений Государственной инспекции по маломерным судам сегодня были отмечены благодарственными письмами главы города. Этих людей часто называют инспекторами водных дорог, потому что самое главное в их работе – не допустить трагедии на воде. И на пляже, и в воде может возникнуть любая непредвиденная ситуация. Именно от вашей внимательности, от вашей интуиции и правильных действий зачастую зависит и человеческая жизнь. Я знаю, что вы справляетесь успешно с этой задачей. Хочу вам выразить искреннюю благодарность, признательность за ваш добросовестный, но тяжелый труд. Впереди у инспекторов ГИМС непростой период, активный курортный сезон. К стандартному списку задач прибавятся еще несколько, в том числе проверка прогулочных яхт и катеров, а также контроль за водными аттракционами.